Художник-декабрист Николай Бестужев, находясь в Сибири в ссылке, написал целую галерею портретов своих друзей-декабристов и их жен. Встает за этими портретами тот памятный декабрьский день. Эта площадь на берегу Невы называлась Сенатской. На 14 декабря 1825 года здесь была назначена присяга новому императору Николаю I. Восставшие войска, по мнению Кондратия Рылеева, должны были воспрепятствовать этому, занять дворец, арестовать императора, после чего предполагалось обнародовать революционный манифест. Вглядываются люди в эти лица, и встает за ними век минувший. Это те, в ком современники находили исключительную честность, храбрость, мужество. Несколько раз конная гвардия императора атаковала восставшие полки. Николай I приказал окружить мятежников пушками и стрелять картечью. По следствию о декабристах прошло 579 человек. Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин казнены. На каторгу отправлен 121 человек. Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье, передал Пушкин своим друзьям, товарищам, через Муравьеву, уезжавшую к месту каторги мужа. Их тоже звали декабристками, этих славных русских женщин. Волконская, Давыдова, Трубецкая. Прошло уже 160 лет, но не перестают волновать нас эти удивительные лица, без которых немыслима история наша.